Прибегают к штабу бабы, говорят: начальник штаба, высылай скорее отряд. За селом у нас в Авине люди видели живыми трех фашистов, говорят. Командир суров и бледен. Я людьми сегодня беден, все в расходе. Как мне быть одному? Вот если кабы подсобили вы мне, бабы. Бабы: рады подсобить. Ну тогда, сказал он, нате, выдал бабе по гранате и повел их за собой. И пошел начальник штаба, объявляя вкратце бабам, как ведут гранатный бой. За селом Авин душистый. Прикорнули три фашиста, крепко все не спят. И вот рвется первая граната, и гремит приказ раскатом: по врагу гранаты взвод! Дрогнули враги с просонок, под огнем не до фасона. Поднимают руки в раз, подтянули только брюки, но когда подняли руки, поразились: вас сдаст взвод гранаты, а на деле погляди, вот так штука, черт возьми, впереди начальник штаба, а вокруг Авина бабы и не более 8.